Все мы любим сказки, и, пожалуй, самое волшебное время в году – это зима, когда все и взрослые, и дети могут сами создать сказку своими руками, построив снежную крепость. Конкурс под этим названием проводится уже третий год, и с каждым годом число участников растет. Одна из целей мероприятия – сделать Рыбинск красивым зимним городом. Конкурс направлен на сплочение коллективов дружеских команд. Также у каждого была возможность проявить свои таланты, фантазию и просто провести время с пользой. Все конкурсные работы выполнены в разных, иногда совершенно неожиданных жанрах. Они настолько разноплановы и интересны, что выбрать лучшую будет не так-то просто. С сегодняшнего дня стартовало интернет-голосование за лучшую снежную крепость на сайте в официальной группе ВКонтакте. Отдать свой голос за любую понравившуюся композицию жители города смогут до 8 марта. Условие конкурса было построить снежную крепость-горку. С 3 по 8 марта в официальной группе ВКонтакте проходит голосование в номинации «Народный выбор». В этом голосовании участвуют все команды, кроме школьных. Для того, чтобы проголосовать за команду, нужно написать свое мнение о команде. В голосовании не участвуют комментарии «плюс», «плюс один», «молодцы» и тому подобные комментарии. В этом году на конкурсе представлено 13 снежных работ. Идей у организаторов еще много, поэтому конкурс решено проводить каждый год. Мы не сомневаемся, что конкурс продолжит свое существование в следующем году. Запасайтесь идеями и голосуйте за уже готовые работы.